Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Здравствуйте, меня зовут Елена Моисеева, я являюсь партнером компании FFI. Сейчас мы будем чистить топливную систему моего автомобиля RAV4 2001 года выпуска Max Pro. И также добавим туда буст для достижения максимального расхода топлива. Сейчас мы, наверное, посмотрим пробег. Так, здесь видно. Видно плохо, да. То, что бак, покажите, то, что у меня бак тоже пуст. Сейчас мы сбрасываем, после чего будем измерять расход. Бак у меня 55 литров. Соответственно, по дозам мы будем... Что-то не открывается. Как? Спасибо. Соответственно, 5,5 кубов. Так, что-то мне плохо видно. Почти 6, да? Сейчас добавим. Получается у нас с воздухом 6. Давай, давай. Вот мы вскрываем. Что-то у меня очень туго тут скрывается. Остановите. Запечатали прям навсегда. Пальцы проткни просто. Всегда вовремя. Так, заливаем. Туда же добавляем буст, как я уже говорила, для максимального экономии топлива. Все, сейчас мы едем на заправку и заправляем полный бак. Заправили полный бак. Угу. Пробег у нас скинут до нулей. Ну, мы начинаем свой эксперимент. Поехали. Привет. Мы откатали полный бак. У нас получился расход 19 литров на 100 километров. Сейчас мы добавляем буст, чтобы посмотреть, какая экономия у нас получится. Так, мы заправили полный бак. Сейчас обнуляем
километраж. Наш эксперимент подошел к концу. Наш бак пустой. Проехал 295 километров на 47 литров. Подведем итоги. Зимний расход с прогреванием получил 16 литров на 100 километров. После использования первого бака с бустом продукт работает. Я убедилась лично. Если вы не хотите убивать свою машину на заправках некачественным бензином, посетите тест-драйв, ссылка будет внизу. Продолжаю пользоваться бустом. Всем счастливого пути!